Еще раз, пожалуйста, пожалуйста, представьтесь, я вас не вижу. Ерохин Александр, ВТР. На одной из пресс-конференций вы заявляли, что не приветствуете грязи. В прошлой игре Дмитрий Воронков сыграл группу «Порту» против Ильи Ковальчука. В этот раз Артем Галимов после второго периода из-под тяжка толкнул в спину Клима Костина. Как вы прокомментируете поведение ваших игроков? Ну, а вы, наверное, так понял, болельщица «Авангарда», правильно я так понял? Нет. Вы нейтральный слушатель. Я за нейтралитет. Нет, вы за... Вопрос мне, наверное, не услышали. Ладно, хорошо, не буду с вами в полемику. Идет такая игра, ну, еще раз. Здесь кто что хочет видеть. Кто что хочет видеть. Я могу сказать, есть какие-то... нюансы, арбитры тоже живые люди, еще раз говорю, грязи не приветствую, никто грязно никак не играл, в общем-то здесь мы можем и с другой стороны посмотреть, матчи как бы играются, здесь такая идет мужская хорошая игра, и я думаю, что кто-то, ну, выковыривать здесь нет, я думаю, что нет, не должно быть, и я не вижу здесь, мы играли очень как бы грязно, но еще раз, этого нет. Этого точно нет. Спасибо. Да, Павел Осенков, Матч ТВ. У меня вопрос продолжения, в принципе, этой темы с калиткой. Потому что я, на самом деле, не очень понимаю. Тут Дмитрий Вячеславович известный как очень хороший специалист, который очень сильно воспитывает и развивает молодежь. Вот вы молодым игрокам все-таки будете говорить, что когда люди влетают в калитку соперника, то они могут получить очень серьезную травму, которая может привести к концу их карьеры. Если вы считаете, что, в принципе, эти два эпизода, в том и в этом матче, были нормальные и справедливые, тогда опишите, что в них было нормально. Потому что мы видим итог. Ну, хорошо, вы видите итог. Хорошо, вы считаете, что хоккеисты, которые видят, что открывается калитка, ее в калитку и их долбят? Я понять не могу. Я думаю, что хоккеист, который что-то там вот Воронков, вы говорите, в прошлой игре, Калимов, ну, калитка должна быть закрыта, вы понимаете это или нет? Калитка должна быть закрыта, и никаких проблем. У нас тоже получают люди удары, но у нас калитка закрыта. Почему калитка? Вы вот себе, еще раз, вы себе этот вопрос задаете или нет? Они на перерыв уходили, поэтому она была открыта. То есть это уже было после сирен. Подождите. Умышленно Артем толкал в калитку открыт, он же видел, что делал. И она была открыта, потому что команда уходила в раздевалку, это понятно. Нет, я еще раз говорю, эмоции, они могут какие-то быть. Эмоции. Но вы говорите сейчас про Воронкова, это еще раз говорю, он не видел. Я еще раз говорю, видно этих, она должна быть закрыта. Здесь, опять же говорю, сейчас этот момент не посмотрел, просто времени нету. Ну, я не думаю, что кто-то кому-то хотел травму нанести. Вот, если мы говорим, посмотрите, до этого в начале, то, что он должен был держать себя в руках, это факт. Это факт, еще раз говорю. Но тоже и... Вы провокации так бы, ну, как бы поощряете, да, я так понял? Нет, на самом деле просто, чтобы травм не было. Вы сами знаете, все это случится. Я с вами полностью согласен. Я считаю, что должна быть лавка закрыта. Лавка закрыта должна быть. Или там как, прям по закончилось время. Я хотя, ну, посмотрю, закончилось там время. Сразу лавка открывается. Ну, когда идет заварушка, зачем ее вообще открывать? Ну, вы вот, опять же говорю, ну, смотрите вот со своей стороны. А зачем ее было вообще открывать тогда? Если на льду кто-то есть, как там был, ну, вначале был какой-то там спровоцированный момент, этого ударил там из-за спины. Ну, смотрите все. И понятно, сейчас мы начинаем говорить, это не приветствуется, но факт остается фактом. Она должна быть закрыта, лавка.
когда народ, когда рядом с, игроки другой команды находятся. Коллеги, давайте продолжим. Еще вопрос. Александр Васильевич, безусловно, Дмитрий Вячеславович, можно сказать, что вот Калибова спровоцировали после второго периода в конце, потому что... Я все сказал, я по этому поводу больше не буду говорить. У нас лавки открывают сами игроки. Вот опять, ну, такой мелкий штришок. У нас лавки в каких-то командах открывают люди сами. Люди. Это есть такой момент. Он сидит, человек, и машинально открывает. Или он как бы, ну, вот там предыдущий вопрос, вот эти вещи, как бы они, ну, Бог его знает. Ну, может, он специально открыл, но я же не знаю. А зачем он ее открыл? Вот это вопрос. У нас игроки открывают, и они бы точно бы не открылись, какая-то была заварушка. Спасибо. Вопрос Бобу Харпи, не говорим о персоналях, о командах, но когда второй матч подряд игрока толкают в открытую калитку, насколько это неэтично просто по духу игры, насколько это чревато травмами, It's not to mention somebody in person, and when it's the second game in a row when a player is being pushed into the open bench, how unethical do you think it is, and how dangerous it is in terms of getting injured? I unfortunately I'm not the one with the answer. I'm coaching my team, so you'll have to direct your. It's a very good question, but you'll have to direct your question to somebody else. К сожалению, ответа я вам не могу дать, я тренирую свою команду. Ваш вопрос очень хороший, но его нужно задать кому-то другому. Два вопроса, да, Павел Синьков, Матч ТВ. Во-первых, Илья, вот второй матч подряд ваш игрок, вы сами в том числе влетаете в открытую калитку. То есть вы сказали, что на войне все способы хороши, но с точки зрения хоккея, этики, духа игры, это вообще не слишком перебор? Ну, каждый делает, что он считает нужным, поэтому уж зачем мне это комментировать? Наше дело выходить, играть. И второе, когда вас удалили, как вы оцените этот эпизод? Что там было? Я не буду оценивать этот эпизод. Всех Омска, весь Омск и весь авангард с победой. Хороший матч. Да, есть у меня вопрос, Павел Сухов, Матч ТВ. Я извиняюсь за то, что этот вопрос задаю всем, но я просто пишу статью на эту тему. Дмитрий, вы можете объяснить, вот в прошлом матче, когда вы толкнули игрока в открытую калитку, и в этом матче, когда Артем сделал то же самое, вы сами понимаете, насколько это опасно, и с одной стороны говорят, что на войне все средства хороши, с другой стороны, стоит ли это делать в будущем? Спасибо. Ну, там калитка, я не видел, что была открыта. Ну и вообще мне трогать его там не надо было. 2 минуты получил. Коллеги, еще вопрос. Ну, в целом, я вот продолжу, в целом, вы как оцените эпизод, вот это даже не касается этого матча, этой серии, когда один другого хоккеиста толкает в открытую калитку, насколько это опасно? Ну, это они же открывают калитку.